Подскажи, какой прем лучший из тех, которые можно купить за боны? Давай посмотрим, я не помню. Я помню, что они все говно, но разные сорта говна. Значит, смотри, вот это все, что ниже 8 уровня, оно ненужное говно. Этот танк можно взять по реферальной программе, для этого не нужно тратить боны. Этот танк говно, это вообще мусор. Этот танк неплохой, но он не фармит на ББ, потому что никого не пробивает. Он для фулл голды, то есть он, чтобы веселиться. Если тебе не нужно серебро, а просто хочешь веселиться, можно его купить. Этот говно, этот говно, этот говно, этот кому-то нравится, я считаю, что полным говном. СТГ-гвардеец. Но, наверное, он для того, чтобы фармить, подошел бы, наверное, получше. Некоторые думают, что это 26,5 бронированный танк. Типа, он такой клевый, как будто Е5 только премиумный. На самом деле не ошибаются, танк не очень-ский. То есть, все машины, которые продаются в этом магазине, премиумные, все говно. Какой из них наименее говно, даже не разберу. Вот смотришь, ну, Крайслер и СТГ, наверное, вот как-то так. Я из этого списка в жизни бы ничего не купил, будь у меня боны. А боны у меня, кстати, есть.